Привет, друзья! И снова обзор посылочки Китай. И сегодня у меня на обзоре вот такие классные ботиночки. Вообще, эти ботинки заказывала перед отпуском и надеялась, что они придут. Но пришли они уже после того, как я приехала из отдыха. Ну, ничего, хотела вот именно эти ботинки под свой костюм, такой лыжный, они бы мне подошли. Ботинки я померила, по размеру подошли. Я покажу обязательно, как на ножке смотрятся они. Что хочу сказать. Легкие. Легкие, классные, пошиты аккуратно. Внутри мех такой плотненький. Ну, в общем, почитала я, когда отзывы. Много отзывов было у продавца. И все отзывы как-то были хорошие, положительные. Потому я и заказала. Заказала я размер 38, да, 38, ну, то есть я пользовалась размерной сетки, почитала по отзывам, как выбрать лучше, какой размер, и я взяла вот именно 38 размер, и мне подошли. Так, стоят они 15,22 доллара. Также вот в магазине у продавца можно посмотреть, я взяла черный, я же говорю, я брала под костюм лыжный, а есть и других цветов. Ну, вот, к примеру, синие тоже очень красиво смотрятся, красные с белым красивые, вот, беленькие с бежим. Ну, короче, выбрать можно, и хочу сказать, что классные, мне понравились. За такие деньги ботиночки хорошие. Главное, что я всегда предпочитаю в обуви, чтобы она была не просто красивая, а чтобы обувь была удобной. Они легкие, на ножки удобно сели. То есть мне все нравится, отличные. За такие деньги, ну, можно взять. Ну и, конечно же, посмотрим на ножки. И ссылочку, как всегда, в описании на магазин. Кому интересно, переходите. Вот так на ноге сели ботиночки. Хочу сказать, легкие, удобные, мягкие. Ну, то есть я как босиком в них. В общем, покупка эта, я очень довольная. Классные. Жалко, конечно, что они поздно пришли. Я бы их с собой взяла бы на отдых. Но ничего. Будем дома таскать.